Поехали. Кто это у нас? Словак, да? Побили. Это у нас скандинавочка. Вот какой вариант. Ну тогда просто дубово развиваемся. Вообще вот так, аккуратно. Сюда. Слон h4, идея этого маневра вот так слона на g3 перевести. На g3. Так, а3 не дадим. Так, теперь h3, чтобы он не выменил слона моего. Он куда-то полез, да? Ладно, пусть лезет. Просто прет и все. Ну, спасибо, мне сюда и надо, как бы. Мне сюда как бы и надо. Так. Ферзь c2, вот так. Ой, то есть это d2. Чем хочет? f4 хочет. Да, ради бога, пусть хочет. Сейчас мы коня на c5 укрепим, и все будет чики-пуки у нас, как говорят. d4 и... А, выбил, да? Хочу d4 просто пойти и укрепить. Ну, это понятно. Но с этим слоном мы еще разберемся. Кстати, а что я не взял? Кстати, а что я на f4 не взял? Ладно, сейчас возьмем еще. Сейчас еще возьмем. Побил. Как-то он странно играет. А на e7? Даже не знаю, что брать. На f4, наверное, надо все-таки, да? Да, надо эту брать. На h6 напали. Качество отдает, спасибо. Спасибо, так. На d4 подвисло. Как тут техничнее оформить? Ладно. Стоп! Нельзя же. Тогда только так. Вот чуть-чуть ладью не зевнул. Тогда вот так только. Ладью увели, d4 защитили. Сейчас на e7 у него висит конкретно. Чё у нас? Лишние качества, да? У него два слона. За это дело. Отошел, напал на c6. И на e7 продолжают долбить. Так, а на c6 я возьму. На ладью напал. Неплохо же. Как-то очень странно словак играет. Может, он только-только начал скандинавку катать. Такое у меня тоже бывает. Если я начинаю Алёхин играть или еще что-то, то я начинаю творить бред в незнакомом дебюте. Так, шах, король g7, или не буду изобретать, просто забрал ладью. Просто забрал ладью. Взял сюда. Слон c8 подвисает. Ну, что, неплохо. Лишняя ладья. Абсолютно выиграна. Абсолютно выиграно. Так. Давайте вот так. Сразу не будем брать, не будем первый ряд ослаблять. Возьмем ферзем на e7. А, сдался. Всем пока.